а никто не знает смысла. Вот. Поэтому буду тебе потихонечку медленно показывать, что такое означает этот самый махач. Вот. Естественно, если я буду тебя бить, ты должен как-то защититься. Вот. Ты же не будешь стоять и не защищаться, да? Вот. Вот. Махач, он подразумевает маховые движения. Это само собой, это все знают, да? Вот. Но это, что дальше за этим стоит, мало кто знает. Мало кто знает. Вот первое, что мы отрабатываем, когда изучаем махач. Ты бьешь? Да. Махач мы делаем. Вот. Если же еще. Если же так, то вот идет мах делаем. Вот. Но ты же стой устойчиво. Вот. Смотри. Например, я делаю, ты защищаешься вот той рукой. Видишь как? Вот. Раз. Вот. Смотри. Ты защищаешься вот этой рукой. Ага. Подожди. Еще раз. Оп. Вот. Раз. Ага, во-во-во-во-во. Вот это и надо. Вот. Видишь, это болевое воздействие. И здесь, и вот здесь. Вот. Оно бывает в каком случае? Вот бывает вот такое, когда ты сверху. Ну помнишь, я говорил так? Да. И когда вот так, снизу. Одно, когда так, и другое, когда так. Два всего варианта. Всего есть два варианта. Ну, ты не будешь сам себе руку бить. Так? Верно. Ага. Поэтому, когда ты бьешь вверх, я делаю вот так. Вот. Видишь как? И тебя бросаю. Вот. А там это можно ударять, можно не ударять. Но сам факт, когда твоя рука вот туда проходит, я ее вот так делаю, рычаг, и это позволяет тебя бросать. Вот. Если же ты вот этой рукой, если же ты вот этой рукой сюда, смотри, опять такая же фигня, я могу также опять на рычаг. Ага. Вот. И сделать вот так, да? Вот. Но тоже, то ты будешь в эту сторону падать. Но могу просто сделать, пока еще твоя рука вот только начинает, она, допустим, хочет меня убрать, она хочет вот эту руку, чтобы она тебе локоть не повредила. Вот, видишь, да? Mm-hmm. Ты защищаешься. Ты хочешь ее сбить, чтобы. И я тебе беру и бросаю вот так. То есть, если бы я резко сделал, не дал ей распрямиться, ага, то ты бы упал. Вот. Поэтому махач подразумевает что? Что еще? Вот. Это зависит от того, какая нога у тебя впереди. Допустим, вот эта нога впереди. Вот эта нога впереди. Ты защищаешься, эта нога впереди. И либо так, либо так. Я тебя роняю. Либо так, либо так. Но все равно роняю, видишь? Ага. Вот. Если же ты этой рукой защищаешься, то смотри. Раз. Вариант, да? Ага. А еще вот смотри, какой вариант. Это когда этот отсюда вот я тебя раз, вот ага, сюда. Но вот такая штука. Это рычаг на плечо. Видишь? И здесь отсюда, когда я тебе делаю вот на плечо давлю, видишь, да? Ага. При этом я тебе еще могу коленом в лицо ударить. Ну, либо вот этим ближним. А это колено, видишь, это стоит за ногой. Ага. Ага. Это позволяет тебе бросить туда, в ту сторону. Видишь, туда. Как? Ага. Вот так. Значит, первое, что учим, это самое важное. Многие думают, что вот там приемов научимся. Но самое важное, что когда делаем махач, это самое важное. Ага. Прямой боковой? А любой. Вот удар идет. Ага, еще раз. Вот удар идет. Вот. Еще раз. Еще какой-нибудь удар. Ну, для разнообразия. Ага. Вот самое-то главное, вот что. Удар делай. Ага, видишь? Все думают, что этот. Важно какой-то прием, а вот делай какой-то удар. Вот что важно. Еще раз. Подожди, встань, ты до меня достаешь вообще? Достаешь до меня, да, или нет? Да? Нет, надо, чтобы вот так было. Вот.
Вот. Потому что когда ты вот так достаешь, это же ты не бьешь. Ты не бьешь, ни хрена. Когда так вот достаешь, ты не бьешь. Потому что нет удара. Видишь? Угу. Вот. Все вот так демонстрируют, а они на самом деле никуда не достают. А что тут демонстрировать-то? Вот. Поэтому ты бьешь вот так. И тогда вот ты делаешь удар, то есть у тебя дистанция должна быть такая реальная. И вот когда ты бьешь, оп, ты бьешь, оп. Или же ты это бьешь, и это бьешь. А уже вот это, видишь, вот это и есть махач. Вот. Важно что? Важно уметь делать раз, раз. Важно уметь делать еще два, вот это, два, то есть вот это раз, вот это вот два, вот это раз, вот это два. Ты не трогай рукой-то. Раз, два, вот варианты. Раз, два. Но есть еще вариант такой, три. 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 Он в разных местах применяется. Это от вот такого вот, от такого вот, до отбива ноги там и все такое прочее. Вот, ну, то есть вот. То есть вот такой этот. Вот. Есть разновидности. Раз, два, три. Три. Три это когда, смотри. Я даже не успеваю захватывать, но твой кулак, он шире. И когда ты пытаешься выдернуть, попробуй, все равно ты не можешь выдернуть, потому что он шире, этот кулак. Вот что интересно, если ты распрямишь и расслабишь, попробуй выдернуть, то все-таки получится, да? Ага. Но ты видел, когда кто-нибудь попытался, чтобы это что-то там расслабить и вытащить? Вот и я тоже мало видел. Не, я вообще видел, но вот. А это делается как только пытаешься, вот обратное движение чувствуешь, так сразу и бьешь. Вот. То есть как он чувствует, вот он давление же оказывает, mm-hmm. и сразу же и бьешь. Ага. Вот. То есть ты в эту сторону раз, а если он в эту сторону дергает, то сразу же удар делаешь. Вот это махач. Махач провоцирует и чувствует давление. Uh-huh. И использует, как вот, как с палкой, как с копьем. Раз, вот ты давишь, используешь. Ага. Бам! Оп! Бум! Вот. Это одна вот палка, вот эта. Одна, ага. Одна целая палка. И вот она действует как одна. Когда ты давишь, вот если ты не давишь, что интересно, если ты не давишь, нету давления, то и нечего использовать. Тогда, когда твоя рука так застыла, то ее хватаем и используем для приема. А та пошла, и эту можем использовать. Вот. И по-всякому, вот, видишь? Эту можно завязать, эту, и эту бросить. И, то есть, ну, вот эти вот эти приемы, их надо отрабатывать, с одного на другой переходить, разучивать. Значит, первое, что надо выучить, это вот, умения вот эти. Их можно разучивать не на руке. Их можно разучивать, какой-то сделать тренажер, какую-то палку, трубку. Это здесь, чтобы был диаметр, приблизительно вот где-то как вот на середине у тебя предплечья. Вот такой. И за него хватать, за него вот эти все захваты делать, тренироваться. Вот. Потому что это самое важное. Все думают, что это где-то какой-то прием там выучить. Нет, важно уметь вот это схватить. Важно уметь... вот. Из чего состоит? Если медленно смотреть, из чего состоит? Первая часть – контакт. И вот этот контакт кожей – это сигнал к захвату. А захват, его тип, он зависит от того, с какой стороны это вот контакт. Если с этой стороны, то я хватаю так. Вот. Если с этой стороны контакт, он сигнал, чтобы хватать так. Или так. Два вида. Один такой. Вот. Но сам согласись. Стоп. Сейчас. Ты там пока на паузу нажмись. Мы-то находимся не в теплых странах жарких. У нас зима, у нас рукавицы. Не всегда мы можем захватить, и чтобы вот это вот хватать. Особенно если у тебя тулуп еще будет здесь. Тулуп. И поэтому вот такой захват, он бывает гораздо экономичней, и он скоростной, очень быстрый. Вот.
И вот этот перехват, вот это все умение, умение вот это перехватывать, это надо тренироваться. Так, вот пытаешься выдернуть. Видишь? Вот. А когда ты пытаешься выдернуть, я тебя, естественно, бью в это время. Mm-hmm. И не даю тебе оторвать. А смотри, удары на разрыв. Удары на разрыв. Когда ты пытаешься дернуть. Назад, вперед. Да. А я тебя это. То есть на разрыв. И смотри как. Бьем. И опять же, не даю тебе. Видишь, не даю. И опять бью. И теперь ты это защищаешь, я это дергаю. Это защищаешься, я это дергаю, это бью. Это защищаешься, это бью. И смотри, захваты какие? Захват. Вот этот, но зима, когда трудно. Вот так проще уже. Вот. Но вот так это летом, когда рукавицы, это нет рукавиц. А когда рукавицы есть, вот так. Вот так. Так лучше, удобней. Вот. Ты опять же выдергивай. Видишь? И когда ты выдергиваешь, это удар тебе идет навстречу. Удар. Вот. Он тебе идет удар, ты защищаешься этой рукой, тебя опять удар. Вот. Опять же, удар, опять же, подразумевает воздействие, болевое, там и все такое прочее. Но видишь, я тебя не захватываю, как вот так говорится, там захвати его тут, нажми на. Вот. У нас такого нету. Потому что у нас есть тулуп, у нас есть рукавицы, в которых мы ходим на улице. А в чем мы ходим, в том мы должны тренироваться. Вот. Поэтому махач должен, ты должен уметь захватывать. Это первое. Второе, после того, как ты захватил, вот номер два. Раз. Это первое. Ты ломаешь. Вот. Бывает два варианта. Ломаешь. Ломаешь вот так. Ломаешь вот так. Вот. Ломаешь вот так. То есть, смотри, ломаешь вот таким движением снизу вверх. Ломаешь сверху вниз. Ну, если на предыдущее движение. Это очень похоже на плясовые движения русские, пляски. И белорусские, кстати, и украинские. Это, если у тебя было движение вверху, ты вниз. Если оно у тебя было внизу, ты вверх. То есть повернуть локоть, это твое дело. Вот. Поэтому второе, первое захватить, второе вращать научиться. Это тоже хорошо, это умение хорошее. Вращать, направлять. Вот. Ну, управлять. От того удара защищаться. Опять же, это уже ты можешь делать этот блок, который вот, или не делать этот прием, да? Можешь его делать, но защититься этой твоей рукой от тебя же самого, это надо научиться. Это надо специально учиться. Это надо специально учиться, вот, чтобы ты мог, да, чтобы ты мог твоей же рукой защититься. Вот. А там перехватывать, там делать какие-то приемы, не делать. То есть это уже это дело третье. Это потом. Первое, что надо научиться, захватывать. Второе, вращать, направлять локоть, чтобы вот локоть всегда либо сюда под удар, либо сюда под удар, либо сбоку вот таким движением под удар. Вот. То же самое с другой стороны. Сюда под удар, сбоку. Вот. Сбоку еще бывает вот таким вот движением. Чаще всего употребляется это самбо, например. Вот таким ударом, как крыло птицы. Это в пляске это незаметно. Люди даже не знают, что там женщинам бедрами делает. С платочком в другой руке еще. Еще с платочком в другой руке. Они не знают, что она делает. Вот. А она вот руку ломает. И таким движением вот это. То есть вот такие вот эти бедрами движения. Вот. И вот это. Удар снизу. Удар сверху. И удар сбоку. Это первое, что надо научиться. Вот. То есть это уже третье, чему надо научиться. Первое захват, второе вращение локоть подставлять под удар. И третье вот такие элементарные удары. Пока элементарные вот такие.